Мы сейчас завтракаем, везем лодку поднимать краном. Вить, корма не пройдет. Витя ударился ребрами. Винт работает. На вид все работает. А в воде тяги нету. Садятся и пытаются меня укусить за руку, которую я держу телефон и снимаю это видео. Всем доброе утро. Мы сейчас завтракаем и везем лодку поднимать краном. Мне сейчас предстоит чистить рыбу. Белла вечером наловила. Мелкая, но что делать? Надо поддерживать стремление ребенка чем-то заниматься. Кроме как играть в компьютерные игры. Вон в ведре плещется. Доброе утро. Готовим буксировать лодку к крану, к месту подъема. Привязываемся к буксировочному катеру. Ведь там вон какая-то штучка мелкая, она не потеряется, не укатится. Не должна. Тебе врачу показаться. Витя ударился ребрами. Сейчас медленно умирает. Когда пытались спасти якорь. Я посмотрю, как он местный. И вот сейчас у него они стали болеть еще сильнее. И вот ему прямо тяжело дышать и кашляет. Ну, естественно, к врачу его не заставишь обратиться. Потому что здесь-то больше геморрой, чем дома. Дома хотя бы понятно, где врач. Здесь его надо искать, ехать, как-то записываться. Так, ну все. Пошли. Корма ведь. Разоралась-то, а, птичка? Здесь заправка, на которой мы заправлялись перед прошлым своим уходом. Вить, корма не пройдет. Пройдет? Прошли. Узко. Ну, прошли. Молодцы, нас прям очень аккуратно протащили. А где у них там в самом конце? Да. А вот все, мост закрывается. Это, наверное, номер мостовщика. Я как уже повелось, управляю яхтой на буксировке.
Ведь мы их сейчас раздавим. Так вот, яхту все, тормознулись. Лодка отходит. Я кинула Вите швартовый. Будет ругаться, что я его не так закрепила, не тем узлом. А мы лодки не снесем здесь? А тут как дно вообще? Глубина. Нас прибивать не будет ведь? Да, по идее, не должно. Витя отсоединяет этот штак, потому что он будет мешать крану. Мачту мы оставляем. Такой паук. Лестница. Сейчас мы увидим наш лимит. Итак, у нас какой-то заколдованный мотор. Я не знаю даже, как по-другому сказать, потому что сейчас его завели, и он крутился. Тогда вопрос, почему не было тяги? Или сопротивление воды, и он не крутился, а сейчас нет сопротивления воды, и он крутился.
Я, честно говоря, вообще в полном недоумении. Мы не понимаем, что происходит. Блин. Что ж такое? Ну, поворачиваются. Давай еще круче. Повернулись. Я оставила Витю на яхте ремонтироваться. Пойду найду детей и пойдем где-нибудь здесь погуляем. Говорят, здесь есть веревочный парк, ну и вообще надо в магазинчик зайти. Нужна вода. Ну и вообще свежего мяса я купила, что-нибудь приготовить. Тушенку надоело. Непонятно, что с мотором. Если честно, это выбивает еще больше из колеи. Одно дело, когда у тебя поломка, то есть ты видишь, что сломалось, и занимаешься ремонтом. Это вытащили на вид. Винт работает. На вид все работает. А в воде тяги нету. Это просто убивает. Когда не понимаешь, в чем дело. И непонятно, что ремонтировать. Смотрите, какая обалденная здесь коса. Безумно красиво. Мы раньше сюда не приходили. Все как-то руки не доходили. Постоянно заняты. То ремонтом яхты, то какими-то бытовыми делами. Стирка, готовка. На яхте никто этого всего не отменял. Мы вышли в крайнюю точку. Вот между этих двух буев поворот в Коскинский фарватер. Не между, а перед. Прям перед, буквально на нескольких метров. Поверните раньше, сядете на мир. Ладожский прибой. Ну что, пойдемте обратно? А вот эта вот яхточка, похожая на Макси, но не Макси, как раз таки нашего подписчика, который нам любезно одолжил якорь. Спасибо ему за это огромное. Без якоря пути очень сложно, очень сложно. А на него здесь базируется. Вообще здесь базируется, как мы видим, всего две яхты. Вот это и... Вон там еще яхта, она побольше, похожа на Макгрегор. Но не уверена, что это Макгрегор. У нее такое интересное название. Сейчас покажу. Вот, смотрите, яхта называется Яргесоль. Наверное, оно какое-то значение имеет. Но я не знаю, какое. Мне оно кажется странным. Наверное, для автора оно... о чем-то говорит. Ребят, все, я убегаю отсюда. Здоровые, здоровые комары, как слоны. Садятся и пытаются меня укусить за руку, которую я держу телефон и снимаю это видео. Вечер. Все дико устали. Особо не продвинулись. Выяснили, что очень много агрегатов, на которые мы думали, что они неисправны. Оказались в рабочем состоянии. На завтра уже есть следующая партия того, что будем раскручивать. Чайки орут, как
потерпевшую. Очень громко. А здесь у нас гуляют лошадки.